маца, что выполнить заповедь кушать маца, это мочить маца с водой и таким образом кушать маца. Но у нас есть такая обычая, наша семья, что мы не кушаем эгеброк, мы не кушаем маца, что меня делает? Лучше не кушать маца, вообще отказаться от маца, или лучше вообще, или лучше мочить маца и выполнить заповедь кушать маца в канун День Песаха. Рав Эфраим Ошри, он вообще написал это вопрос, он похоронил все свои рукописи, и только после войны он пошел туда и отбирал, что он нашел, и потом издал его книгу после окончания войны. Он не написал ответ на этот вопрос. На самом деле ответ на этот вопрос менее важен. Важно на самом деле видеть здесь еврея, который его избили почти до смерти, но он знал, для его дух не упал, он знал, что вот я еврей, и сегодня вечером Песаха, и у нас есть возможность победить. Мы победим с нашим духом. И на самом деле, это дух, который победил и в гетто, и в любое место, где евреи только не находились, во время трудностей, здесь, во время Советского Союза, когда почти все запретили. И вот и тысячи, и десятки тысяч, и сотни тысяч евреев пришли на улицы Архипова, стояли там в очередь два раза, чтобы отвезти мука, чтобы записаться на мацу, и потом еще раз стояли в очереди, чтобы получить килограмм по 2 килограмма мацу. Я не знаю, насколько это маца была кашем на Песах или не была кашем на Песах. Но это дух, который показали евреи, что они, неважно, насколько тоталитарная система их питается давить, их силы ассимилировать, они не будут сдаваться. Они не будут сдаваться, евреи никогда не сдаются, даже до последних капли крови. Это именно вот «Вегиша амдала ватыну велану». Это вот этот дух, который, крепкий дух, который в самое трудное время, это, который дал нам всегда силы пережить самый сложный момент. И Барух Ашем, что сегодня мы здесь, вот дети и внуки, эти герои, которые евреи, которые жили во время Советского Союза. У нас, Барух Ашем, еще есть представители такой старое поколение, которое еще помнит это хорошие годы во время Советского Союза.